Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Лев. Вы на канале Букаров Лев Насекомое. Сегодня я сниму обращение. Кому же обращение? Обращение к каналу, название которого Букаров Лев Насекомое 2. У меня нет никаких вторых каналов. Уже два человека с моего канала подписались на этот якобы второй канал. И он сказал то, что он второй канал. Но на самом деле у меня нет вторых каналов. Единственный канал, на который я снимаю, это Букаров Лев Насекомое. Я не умею делать вторые каналы и не знаю, как это делается. Я даже сам хочу себе создать свой оригинальный второй канал, но не умею этого делать. А какой-то фейк решил притвориться мной и назвал себя Букаров Лев Насекомое 2. На самом деле он фейк, и никакого второго канала у меня нету. Все оригинальные видео выходят только на этом канале и больше ни на каком. Не верьте фейкам и отписывайтесь от них, если подписались. Не верьте никаким фейкам, которые называют себя Букаров Лев Насекомое 2. И вообще, я не знаю, с чего вдруг меня начали копировать. У меня канал даже 200 подписчиков не набрал, не то что 1000. Какой смысл в копирке моего канала, если с этого ты получишь максимум такое же число подписчиков, как и у меня? Так что я дам ссылку на плагиатера и отпишитесь от него. У него уже 3 подписчика, так что отпишитесь. Я вас прошу, у меня нет никаких вторых каналов, это не уловка. Если кто-то думает, что так я пытаюсь скрыть на самом деле мой второй канал, то это не так. У меня нет второго канала, и я не знаю, как делать второй канал. Все оригинальные ролики выходят на канале Букаров Лев Насекомое. Никакого второго канала у меня нету. Так что отписывайтесь от этого чувака и ставьте ему дизлайки. Хотя, возможно, он меня так только пиарит. И это хорошо. И, возможно, он даже не пытается сделать мне плохо, а просто хочет пиарить меня, чтобы на меня подписывалось больше человек. Но отпишитесь от него. Это не оригинальный мой второй канал. У меня нет второго канала. У меня есть только первый канал, и все. У меня есть только один канал. Всем пока.